Мусульманин отказался от объятий и стал звездой интернета. В социальной сети стремительно набирает популярность ролик, главным героем которого стал обычный парень, работающий в доставке. Блогер Наталья Романовская позиционирует себя как мастер коммуникаций. Девушка снимает ролики, где общается с прохожими. Вот так необычно завершилось для нее знакомство с мусульманином, который решил подарить ей пиццу. Что вы говорите? У меня пицца. Ага. В сумке. Так. Заказать меню. Ага. Заказать свинину. Я его не съем. Просто кого первым буду встречать, ему хотел дать просто пиццу. Ну просто я мусульманин, не могу съесть свинину. Я понимаю, не можете себе позволить. Бросать мусор тоже не вариант. Вы реально даете мне целую пиццу? Спасибо вам. Вы просто прелесть. Идите, я вас обниму. Нет, нет, нет. Видео посмотрели почти 1,5 миллиона раз. Большую часть комментаторов поступок доставщика восхитил. Саму Наталью поведение мусульманина удивило, но она отнеслась с уважением к его позиции. В комментариях под роликом верующие ей пояснили, что курьер не стал обниматься потому, что ему, как мусульманину, не положено прикасаться к посторонним женщинам.